Жители дома номер 47 по улице Машиностроителей опасаются, что из-за прорыва трубы, который не устраняют около 2 недель, по словам марчан, фундамент их дома скоро омоет прекрасными водами. У нас эта проблема уже давно. Вот возле нашего дома постоянно идет труба, постоянно она прорывается, там стоят одни хомуты. Постоянно у нас вот это мокро здесь, постоянно грязь. Вода растеклась на палисаднике, и если траве и цветам от этого хорошо, то вот жителям не особо, ведь следующая остановка для утечки – подвал, полы которого промокли, и вместо банок с продуктами там теперь сырость и грязь. Не мокнет пока? Ну, в ведре вода стоит, уже здесь была вода, вон капает, вон полное ведро воды. Вон, видите, сырость какая. Вот, видите, текла. Вот, все сыро. Раньше здесь картошку вот хранила, солень у меня всегда. Все, вон, уже опять все сырое. Но и это не предел. Ручей воды распространился по всему двору и дошел до дома номер 17 по переулку Музыкальному. Сказали, да. Вот этого колодца не было, он был в асфальте. Мы его отдолбили, открыли, потому что если будет вода петь тот колодец, она текла у нас 2 суток. У нас затекло все в подъезд. Потому что у нас идет вот как горки туда все вниз. Ну а если мы закроем этот колодец, то у нас получается, что вообще затопит практически вообще все. С этой проблемой мы обратились в РВК Орск. Нам сообщили, что заявка от жителей была принята центральной дежурной службой и находится в работе. Специалисты установили, что это подземное повреждение. В связи с этим оформлялись необходимые согласования земляных работ. Ремонтные мероприятия ориентировочно запланированы на ближайшее время. Подача холодного водоснабжения абонентам не отключалась.